придушенный в обаде рощи. Раствор мощный, плюс надо мочи. Грицую балдикой девяткой, закажу на посадку, присыпаю сладко. В трусах с накладкой, дёргаю с ногтем. В пульке сминкой, семейки и соксы. Зубная щетка, паста и старые тапочки. Вокруг медперсонал, зубы на лавочке. Николаевич, лапский терапевт. Мама не в кипиш, сует ему конверт. Длинный коридорчик, на четвертой палате. Атмосфера сферна, не умнати. Решеты на окна, сдастная лампа. Четыре пассажира, плюс я пятый. Пропорщался с мамачем на двери. Классно засунул, счетчик считает дни. Трое суток я покупал по кауте. Мои кайфы, пусть не калики. Не слабый сюжет, как ума ужаса. Выходил на завтрак, попал на ужин. Уикал, четвертое утро. Отгумаривает уже, пока ночью утро. Дверь мама ничего-то попутала, и я подзаебал. Но трезвый взгляд, и куда же я попал. 13 палат, не считая наши. 40 реальных, только башенка. 9 рабами, больше все на вязках. 7 раз одинаков, крючков не въебаться. Двойные испытки, все за макруху. Одного из них я стал, стань головоухи. В пьяном убийстве, как белый подец. И запечатан, мусоров в стамеске. Палата не мог вернуть систему Велком. Мои соседи жизни, так черт не сбегу. Я бы все время спал в глубокой коме. Колеса падались руками. Еще будет мой еще мир во сне. Жизнь попался, да не спроста. Денег пятка выше. Мой дом между Красноармейской и Рижском. А там сын помещников, ЦГБ стоит домишка. Это и сейчас по всей стране с концертами. Радио денег, а тогда ноль вариантов и ноль денег. Разглядывая через витрины модные кроссы. Слушая плейли Криски Роста, Суфэк Соникс. Вникая в тонкости, записи обработки голоса. Курили жестко, грелись, катаясь на автобусках. В поисках полного безграничного доступа. Употреблялось много чего запрещенного. И слава богу, я дожил до многотысячных код. Для того, что мои треки в твоем копе на повторе. И вроде бы надо о многом рассказать подробнее. Но этот монолог для тех, кто знает и помнит. Когда в комнате разрывает голову от боли. Крутит руки, ломит спину и куда-то несут ноги. А для меня до сих пор барыги, конченые твари. И тут дело не в бизнесе или на варе. Просто есть мораль и кое-какие понятия. Барыг щемить, кидать или тупо ломать. Эта прогулка освежила память мне. Встретил пару типов, но тех, что до сих пор на дне. Первый только освободился, второй под подпиской. Жду третьего, который замутился на черный с кистом. Постояли, покурились, фоткались на убитый Эриксон. На прощание обещнулись, по любасу встретиться. Я дальше своим кодом плеер, но зло из Америки. Темп размеренный, 6 апреля, 09. Я посвящаю строки этому городу. Если все будет добро, встретимся скоро. Москва на Москве, реке, Кузя на Неве. И Ростов, папа, на своей волне. Я посвящаю строки этому городу. Если все будет добром, встретимся скоро. Москва на Москве, реке, и Кузя на Неве. И Ростов, папа, на своей волне. Меня распирает от гордости, братва, ведь я ростовский. Тут уместно по 100 стопки, но можно и без тоста. Вспомним, как было непросто, реки 90-е. Морзная поросль, спрос, как со взрослых. Нам по 16, без денег и без дела. Из уст в уста пересказывали легенду. Как старший отработав тему, срубили денег. Взлетев резко, пересели на Мерси и Бэхи. И может быть, эта тема не для песни. Но здесь люди делятся по интересам. Одни дни напролет бьются за звезду на погоны. А другие в обход закона делают погоду. Есть чтоб вспомнить, да вот детям рассказать нечего. Просто Ростов, улица мечты того этого.